В 2019 году Десногорск первым на Смоленщине приступит к ремонту улично-дорожной сети. Пока в других муниципальных образованиях проходят аукционы, наш город уже начинает работы. Участки, нуждающиеся в первоочередном ремонте, определены, муниципальный контракт с подрядчиком, выигравшим конкурс, заключен. Поддержка губернатора Алексея Островского, выделившего из резервного фонда региона более 12 миллионов рублей, позволила заранее пройти документационный этап. На разных этапах к решению проблемы подключались генеральные директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров, депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко, глава Десногорска Андрей Шубин. Работы планируется завершить к июлю этого года. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Базганова, Десна ТВ.